Здравствуйте всем! Датура. Очень красивое название, но на самом деле это спрятанный дурман. Дурман трава, трава дьявола, сатанинская трава. Это растение с очень большим списком послужным. Но оно невероятно красивое. Все его боятся, конечно, и правильно делают. Особенно порекомендую не садить его у себя в саду или дома, тем более, тем, у кого есть ребятишки маленькие. Кто может спокойно не волноваться, что кто-то доберется из тех, кто не понимает, что это такое, садите смело. Это, конечно, нереальная красота. Я очень подробно в описании, чтобы здесь не отнимать ваше время, на Одноклассниках, в группе «Смелый садовник», на странице Татьяны Чалкиной, в Инстаграме я выкладываю очень подробные описания и частично под видео на YouTube. Поэтому читайте, смотрите, подписывайтесь. Мы стараемся быть интересными для вас не только в плане какой-то сказки, но и в плане информации нужной, грамотной. Итак, мы будем сеять сегодня эти семена. Я сделала что? Вот такой длинный пакетик. Я порезала пополам и положила его друг на дружку, немножко сдвинув. Ой, не могу объяснить вот так на пальцах со скоку, почему так. Ну, потому что эти семечки не так быстро всхожи. Они, прям долго могут сходить. Поэтому мы им сделаем такую постельку потеплее и в каком-то месте понежнее. Поэтому бумажка такая. И поэтому вот такая конструкция. То есть начинаем с верхней, кладем поверху, нижнюю кладем по низу. Еще одной прикрываем. Сделаем вот так. И водичкой поливаем. У меня водичка с биогумусом. Ничего тут такого сверхъестественного. Здесь садим вот такой сорт. Позже, когда приедут мои супер семена. Ой, мы такой посадим с вами сорт. Вообще. Ну, вообще, это растение, кто ни разу не сталкивался, не садил, не видел, ой, посадите. Или хотя бы просто о нем посмотрите. Это какая-то немыслимая красота. И название ему дадено неспроста. Ну, в общем, почитайте. Почитайте в нашей группе. Сеем на одной высоте, чтобы растения, всходы взошли одновременно. И не получилось, что кто-то у нас там потерялся на задних рядах. Сильно к краю я не люблю делать, поэтому даже вот так сейчас сдвинем и вот посадим. Заворачиваем не крепко, ставим в баночку с водичкой . Я заранее подписала 25 февраля, 11 штучек здесь их, чаша царей. Будем вместе ждать всходов, они не быстрые. Вот этот верх всегда сбрызгиваю, на нем надето пакетик. Спасибо, до свидания.